У молодежи 10 городов республики появится свое место для проведения досуга, увеселительных, обучающих и познавательных мероприятий. Так уже началось строительство молодежных центров. В Госагентстве по делам молодежи отмечают, что, помимо прочего, в эти 10 локаций будут вложены деньги в виде гранта. Раньше, если молодежные центры открывались на базе каких-то учреждений, зданий, административных учреждений, то в 6 из них в этом году начинается строительство под ключ. То есть это будут полноценные молодежные дома. В основном они все в отдаленных регионах и приграничных территориях. Также очень важно, что в рамках этого проекта ПРООН, вместе с ними мы этот проект продвигаем, что данным локациям будут представлены порядка 10 миллионов сомов на каждый город в виде гранта на поддержку бизнеса. Еще одно место, где молодежь сможет проводить время, это планируемый спортивный городок в южной части столицы. Пожалуй, уже многие о нем наслышаны, поскольку это будет первый подобного рода проект, для реализации которого по поручению президента еще в прошлом году выделили 30 гектаров земли. Что будет включать в себя территория спорттауна, рассказали в госагентстве. Будет построен современный стадион, соответствующий всем требованиям Международной федерации футбола. Бассейн, ледовый каток и тренировочные площадки. До этого на строительство спортгородка выделили 12 гектаров. В эти дни должны еще выделить 14. Чтобы утвердить эскизный проект, со стороны мэрии и госстроя создана комиссия. На днях эскизный проект будет утверждаться. Работа идет полным ходом. Прошедший год, по мнению специалистов, вообще был весьма успешным для Кыргызстана в части спортивных достижений. Но и в этом году нашим спортсменам не дадут расслабиться. Ожидается множество соревнований международного и республиканского масштабов. Основной план на этот год у нас несколько чемпионатов Азии, крупномасштабные мероприятия, чемпионат Азии среди юниоров по борьбе, чемпионат Азии по шинкок-шинкай, кубок вузов Азии по волейболу. То есть ежегодно комплекс мероприятий у нас растет, потому что результат есть, ежегодно показывает более высокие результаты наши спортсмены, поэтому Международная федерация тоже доверяет и просит проведения так крупномасштабных мероприятий. И кроме этого, основной наша задача в этом году – участие в Олимпийских играх, Паралимпийских играх и четвертые игры, всемирные игры кочевников. В ведомстве также добавили, что в рамках перекрестного года Кыргызстана и России планируется участие кыргызстанских спортсменов в первых играх стран СНГ, а также показательные выступления национальных видов спорта двух стран. Изада Урумбаева, Кенжебек Максатулу, Пирамида.